Через несколько дней Лисаковск отметит свой 52-й день рождения. В честь праздника активисты местного спортивного клуба «Кайрат ИКО» организовали велопробег из Астаны до Лисаковска. Старт ему дали из столицы 3 августа. В команде 6 человек. Стартуют из Астаны в город Лисаковск. В первую очередь, конечно, важная цель – это, конечно же, здоровый образ жизни, популяризация здорового образа жизни. Значит, также показать наших активных партийцев, которые популяризируют именно этот вид спорта. Поэтому мы пожелаем им успешно преодолеть это расстояние. А путь представителей спортивного сообщества «Лисаковск» ожидает не из легких. Расстояние в 850 километров участники велопробега планируют проехать за 9 дней. И вообще это расстояние мы преодолевали всегда за 7 дней. Но так как ребята новички, мы решили 10 дней, потому что бывает форс-мажор. Где-то отдохнуть один день, где-то восстановиться. Первый будет тяжело, 135 надо преодолеть хотя бы вот эти два маршрута. Остальные идут по 75, по 80, по 75, по 80. Ну вот это нормально. Но единственный такой момент один, с Октябрьского до Ауликоля, тоже вот так, и до Кустаная где-то 120, вот так, по 120 километров. Ну, мы будем с ночевой. Палатки есть у нас, да и ну все нормально. Согласно плану, 12 августа в 4 часа дня лисаковские велосипедисты будут уже на въезде в город. И тем самым поздравят Лисаковск с днем рождения. Валерия Зиновьева, РТН Лисаковск, при содействии телекомпании «Акцент».